Всем привет и добро пожаловать на мой канал Ensley Play. Сегодня мы вместе с вами наконец-таки будем играть в Dark Riddle. Но сегодня мы будем проходить не новогоднее обновление, а обновление, которое вышло полгода назад, а именно будем помогать с вами фермеру Питеру. Почему я так решила, я сама не знаю, честно сказать. Возможно, потому что я могу не успеть пройти это новогоднее... А что я говорю-то? Нет, как раз-таки новогоднее обновление-то я и не успею пройти. Найти, где сосед спрятал саженец. В общем, начинаем играть. Чтобы ничего не пропустить, мы будем читать все. Питер подозревает, что сосед украл у него редкий саженец экзотического растения и забрал себе. Нужно помочь добродушному фермеру и вернуть ему саженец. Найди, где сосед спрятал саженец. Дело Питера, пропавший саженец. Короче, у нас появился здесь очень интересненький гаражик. О, елочка. А, это же новогоднее обновление, вспомнил. А что она делает там? А то есть они всегда в разных местах спавнятся? А я-то думала, ща там все найду, и все будет чики-пуки-бомбизно круто. Ладно, это так не работает, хорошо, я поняла. Так, Питер у нас там стоит. Смотрите, у нас появился гараж на территории соседа. Это означает, что он здесь неспроста. Кстати, в прошлом видео мы уже зажигали с вами эти фейерверки, и больше я этого делать не буду, просто так тратить денежки. Хотя, возможно, они мне пригодятся, возможно, не пригодятся. А, нет, деньгами я вроде как не пользуюсь. Нет, пользуюсь. Когда я умираю, мне нужно возродиться. Ну, вообще-то... А вообще-то да, я же интернет... Ой, сосед, ну привет. Ну пока. Так, угу, хорошо. Скорпио-робот там. Значит, я должна идти в другое... Да я в курсе, что я должна идти в другое место. Вы что думаете, я такая тупая, что ли? Нет, я знаю свое место. Я знаю, куда мне идти нужно. Просто вот из-за этого чучмека я не могу никуда попасть. А чучмек меня не видит. Короче, нам нужно зайти сюда. Шкафчики открываются. А подождите, что-нибудь... Вы представляете, я бы не увидела эту бум... Подождите-ка, это что получается? Бумбушки также могут лежать и в шкафах? Ладно, открываем этот шкафчик. А получается, они не только на улице валяются? Это означает, что и елочки тоже не только на улице могут быть. Так это что мне тогда искать все придет? Закрыто. Скорее всего, для нашего квеста нам нужно это тоже открыть. Я не знаю, к сожалению, но... О, вот! А, гараж закрыт. Код? А где мне найти код? Где сосед? Вроде как он уходил, я слышала звуки ворот. Все, отлично. Если он ушел, то это хорошо. Если он где-то дома меня подстерегает, то это не очень-то и хорошо. Так, давайте-ка зайдем сюда. Почему сюда? Потому что я не знаю. Вообще, мы должны все обыскивать. Обыскивать. Не думаю, что в той комнате с мониторами у нас что-то будет, поэтому... А что нам вообще нужно-то? Нам нужно найти саженец. Саженец где может лежать? Он может лежать в потайном месте. 100% где там... Точнее, там, где... Где там... Что я хотела сказать? Какая-то шестеренка. О! Ого! Ничего себе! А что, плита работает? Вот это да. Так, здесь шкаф... О! 512! 512! Это что? А возможно, это, кстати, код. Не знаю, точно это или нет, но нам нужно 100%... Что так глючит, я не понимаю. Я интернет вроде отрубила, что вам еще нужно? Давайте попытаемся ввести код. Я не знаю, получится у нас или нет, но... И просто... О, да! Мы открыли гараж! Все было настолько легко. О, давайте проверяем все шкафчики. Абсолютно, потому что теперь мы знаем, что в шкафчиках хранятся тоже непонятные вещички. Это тоже открывается? Какое тут все классное! Достань саженец из криокамеры. А как? А, о, моя любимая головоломка, супер, на которой меня всегда сосед ловил во второй части Dark Riddle. Угу, да, супер, ты победил, что теперь? А я выключила, а все, найди способ разморозить саженец. Найди способ разморозить саженец. Ну, смотрите, там плита так-то есть, так ведь? Но мы же не можем эту стекляшку положить на плиту горящую, так ведь? Нам нужна какая-то миска, кастрюля, я не знаю, тарелка... Возможно, сковородка. Где это искать? Я не знаю. Нет, это точно не на кухне. 100% не на кухне. У соседа вообще на кухне ничего нет. Смотрите-ка, там что-то у него лежит. Я должен идти. Нет, только не соседа. Ну не надо. Мне нужно забрать быстрее эту штуку. Отстань, отстань. Все, я забрала свое. Ты меня не видела, я тебя не видела. Сосед меня не видит, и все прекрасно. Где он? О, он бежит. Обманули дурачка на 4 кулачка, а сами убежали к нему домой. А все, вот так вот надо. Я даже без всяких пистолетов справилась. А как мне это все... Да куда ты батарейку ты выкинул? Мне батарейка еще пригодится. Куда мне это деть? Давайте кастрюлю поставим вот так вот и... А, оно автоматом уже поставилось. Все такое прекрасно.
Разморозилась! Что мы должны... В смысле? Так, он устал. Ага. О, сейчас он нас сбегется. Да вы чё? Нет! Так это не должно было работать. Он не должен был меня заподозрить в этом. Теперь он знает, что я воришка. Теперь он знает, что я хожу по его дому. Я перелетела. А если бы я не перелетела, я бы оттуда не выбралась. Хотя нет, выбралась бы, но мне пришлось бы оббежать весь дом, пока этот сосед спрыгнул бы и пошел ко мне. Короче, я отдала этот саженец нашему Питеру. О, что за ерунду ты вырастил, человек? Достань цветок с дерева Питера. А как мне его достать? А, вот этот цветок, да? А, и руками не достать. Но нужны кусачки, ножницы. Я не знаю, что мне нужно. А можно лопаты вообще, если оно у тебя имеется? У него есть инструменты, это я точно знаю. Секатор, это как раз-таки то, что нам и нужно. Поэтому сейчас мы идем разбираться с этим переросшим мутантом. Что мы будем делать? Мы просто его вот так подрежем. И все? Мы прошли на... он ему говорит, типа, трогать нельзя. Сам прикасается. И превращается в мутанта. Вот это он вырастил, чудо. Огородным. Найди, где можно достать удобрение. Удобрение? Подождите, он собрался дальше растить вот этого мутанта, после которого все превратятся в зомби? А зачем? Питер, ты что вообще делаешь? А где мне искать удобрение? Ну, типа, удобрение должно быть где-то на его участке, так ведь? Или у соседа. У него же там сарай тоже был. Так ведь? Смотрите, мне кажется, что нужно сначала положить все в сундук. Ну, эти вот всякие батарейки, яблочки, которые мне не нужны. А как мне их вытащить-то? Ну, вот я выкинула в рюкзак. А в сундук как? А в сундук типа... я поняла, сундук мне недоступен, походу, да? Но мы все равно попытаемся, почему бы и нет? А почему? Или в сундук не засовывается все, что мне хочется? Нет. Я могу его снять, выкинуть, переложить в рюкзак или переложить к себе в пояс. А мне так не надо. Ну, вот я выкинула, и что дальше? Прекрасно. Прекрасно. Ладно. Нам надо где-то найти удобрение. Давайте зайдем к соседу. Ворота открыты? А как мне туда зайти, пока он здесь? Это же невозможно, да? Нет, если я зайду, то мне придется потом бежать вокруг дома. Этого я делать не хочу. Сейчас он, кстати, еще развернется. Обычно потому, что он туда не ходит. Он просто так вот постоит, подумает и развернется, и обратно пойдет. Может, а где мои соседушки? А где мы? А что это такое? А, это вообще носок новогодний. А где все-то? Почему на улице только Питер? Где моя любезнейшая Мэри? Где мой Цао? Где моя старушечка? Где этот? Брэнси, в конце концов. Где все? Так, ну я вижу всякие подарочки, ладно, это меня радует. Я вижу всякие елочки, бомбушки. Елочки, бомбушки, подарочки. Нет, меня это не радует. Нет, меня это радует, но... В общем, не обращайте внимания, это просто Новый год прошел, теперь мне грустно. Честно, теперь я вообще не знаю, где искать удобрение, потому что я вспомнила, что в сарае соседа его нет. Там было что-то похожее на удочку, но никакого удобрения там не видела, поэтому... О! Ого! А, то есть, когда мы подходим, оно... Я поняла. Прикольно. Так, опять бумбушка. Бумбушка в доме... Нет, в прошлый раз мне лучше, точнее, больше повезло, потому что все бумбушки находились на улице. Да, в прошлом видео я нашла все бумбушки на улице. Это было намного легче, чем сейчас. Ну ладно, тут хотя бы нет домов у Брэнси, у Цао, у Мэри и у старушки, я забыл, как ее зовут, Агата. Агаточка, как можно было ее имя забыть? А тут закрыто. Опять закрыто? А как ее открыть-то? А если удобрение лежит где-то наверху, а я об этом не знаю... Бабочку можно взять? Бабочку можно взять? Какая красота! Все, ладно, теперь я не знаю, что мне с ней делать, но если вдруг Питер меня увидит, то мне будет крент. Все, пока! Давайте оставим бабочку где-нибудь здесь, на процветание. Давай. Ты будешь просвещаться, процветаться, и все будет прекраснейше. Вот с этим любезнейшим цветочком останься. Вы найдете общий язык, я уверена. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео. А также не забывайте оставить свой комментарий, ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем пока!